Через 4 дня в Астане стартуют всемирные игры кочевников, которых так ждал весь тюркский мир. Наши спортсмены, которым предстоит защитить часть страны в соревнованиях, сейчас проходят последние тренировки в столице. Главный тренер сборной Кокпара говорит, что спортсмены не ударят в грязь лицом. В соревнованиях примут участие спортсмены из соседних Узбекистана, Турции, Кыргызстана, Китая и Монголии, Венгрии, США и России. А соревнования Кокпар пройдут на ипподроме Казанат 9-12 сентября. Подготовка идет хорошо, нет никаких проблем. Могу сказать, что состояние наших лошадей и наездников находится на высоком уровне. У нас две команды, в каждой будет по 12 спортсменов. А с Агату стрельба из лука будет позже. А поскольку это наш родной вид спорта, я считаю, что мы хорошо подготовлены. Это высокая ответственность. Даст Бог, мы осчастливим нашу страну победами.